Я впервые на этом стадионе, на самом деле. Здесь везде развешаны фотки Анжи. Когда-то здесь играли топовые звезды, Роберт Карлос, ЭТО. У вас, во-первых, ощущается ли вот эта энергетика прошлого, когда здесь играли реально мастодонты футбола? Ну, как-то сложно на эту тему рассуждать. Мы все-таки Динамо Махачкала, безусловно, стадион Анжи Арена. Еще есть некоторые эмблемы на стадионе. Но у нас своя история, свои традиции, и мы идем своим путем. И тоже хотим забраться наверх, чтобы о нас так же говорили, как и Анжи в свое время. Ну, если взять игроков того периода, кого бы вы, может быть, одного из них хотели бы сейчас в команду? Пусть будет Самуэль Это, достаточно шикарный футболист. Почему не Роберто Карлос? Ну, насколько я помню, Роберто Карлос не сильно блистал тут. Он приехал уже в достаточно зрелом возрасте, и не удалось запечатлеть его игру, которую он показывал в Реал Мадрид. Спасибо.